Вышел из подъезда и сразу попал на проезжую часть. Многоэтажка на улице Кулибина стоит прямо у дороги на пересечении интенсивных транспортных потоков. Но для пешеходов здесь только нерегулируемый переход и тропинка вместо тротуара. Местные жители вынуждены каждый день не иначе, как рисковать жизнью, рассказывает Ирина Семьянова. В этой новостройке она проживает с мужем и двумя малолетними детьми. Чуть ли не каждый день поход в школу и детский сад для нее превращается в испытание. В доме у нас живут в основном молодые семьи с маленькими детьми. И вот недавно мы год назад въехали и столкнулись с такой проблемой, что мы не можем нормально своих детей водить в сад, мы не можем нормально дойти до магазина, не можем нормально дойти до поликлиники, до школы. Эта проблема коснулась не только жителей новостройки, в которой, к слову, порядка 160 квартир. Жители близлежащих домов на пересечении улиц Кулибиной и Тракторной также вынуждены ходить по узкой тропинке рядом с проезжей частью. А рядом с ней забор. И в зимнее время люди боятся не только проезжающих машин, но и нависших сосулек. В любой момент одна из них может упасть на голову прохожих. На свои проблемы жители жаловались в городскую администрацию, но чиновники смогли предложить лишь вариант, который людей не устроил. Нам пришел ответ с предложением устроить тротуар на противоположной стороне улицы. Но проблема в том, что перейти дорогу очень сложно и опасно. Поэтому нас этот ответ не устраивает. И объяснили нам, что вот по этой стороне, по Кулибино, не представляется возможность сделать тротуар, так как здесь располагается жилой дом, а расширить дорожное полотно, сузить во благо, чтобы построить тротуар, не представляется возможным. Но мы не знаем, может быть, какой-то все равно выход должен быть из данной ситуации. Когда жителям улицы Кулибина можно будет без опаски выходить из дома? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась в городскую администрацию. Чиновники нас заверили, что в следующем году проблемами улицы Кулибина наконец займутся. Эта проблема известна, необходимость в строительстве тротуара там есть, потому что люди выходят прямо без тротуара на проезжую часть. Да, будем, необходимость есть, и будем рассматривать строительство тротуара в 2019 году. Но когда именно людям можно будет ожидать появления тротуара? Чиновники точного ответа на этот вопрос не знают. А пока вопрос решается, люди продолжают изо дня в день рисковать не только своими жизнями, но и жизнями своих детей. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал.